Дружище. Подожди. Нет, мимо. О, молодец, молодец, перевернулся, хорошо. Так, а вот у нас и босс. Гонец ада. Тихо. Мне нужно какой-нибудь найти выступ. Интересно, вот у меня такой вот вопрос. Если мы отъедем далеко. На, получай. Еще один ударчик тебе. Да ё-моё, мимо что ли, или что, я не понял. На. Все, как раз мы подлечились. И отправляемся дальше. Да-ду-да-ду-да. Ну что, ребята, давайте отправимся в классический. В атаку пустыни. А у нас немножко не хватает денег. Я надеюсь, в пустыне мы с вами заработаем денежки. Но в пустыне опасность такова, что здесь очень много этих самых вертолетчиков. Я сейчас жду вертолет. Так, вертолета нет. Ладно, поехали дальше. Ага. Так, а ну-ка, тихо-тихо. Откуда ты взялся, алло? Так, вот уже у нас 360 монет есть. И здесь будем ждать танк. Либо танк, либо... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, мне это не надо. Спасибо. Так, вот этого мы щелкнем. Так, а тот танк у нас, я не знаю, где он. А, ну он будет сейчас стрелять нас, да? А, вот до вас двое, и вы все, ребятушки, бедолажечки, подняться не можете, да? Так, хорошо. Будем с вами разбираться тогда на месте. Так, ждем вертолетчика. А, вообще что-то я ни одного вертолетчика не увидел сегодня. Странно, странно. Должен же быть вертолетчик сегодня. Так, этого мы щелкнули, отдыхай. Так, ты тоже отдыхай, дружище. Мимо. О, молодец, молодец, перевернулся, хорошо. Так, а вот у нас и босс. Гонец ада. Тихо. Мне нужно какой-нибудь найти выступ. Интересно, вот у меня такой вот вопрос. Если мы отъедем далеко. На, получай. Еще один ударчик тебе. Да ё-моё, мимо что ли, или что, я не понял. На. Все, как раз мы подлечились. И отправляемся дальше. А ну-ка посмотрим. Здесь должны быть танки. А, нет. А, ну да, танки едут. Ну, много этих самых вертолетчиков, прям очень много. Мимо. Так, и здесь вас много, что мне с вами сделать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Обстреливают. Я аж даже подняться не могу, ребята. Нет, мы сейчас назад поедем. Поехали назад. Я буду стрелять, чтобы отдача была. Будем ждать... А, тут ежи противотанковые. Так, мы проехать через них не можем. Ладно. Так, ну что, танки подъехали? Или вы там застряли, скорее всего, да? Они якобы не могут подняться. Но это полный бред. Как вы не можете подняться? Это всего лишь пески. Что у вас за танки такие, что вы не можете нормально в песках-то проезжать? Так, жди... Ой-ой-ой, не знаю, что и делать. Мне надо вертолетчика ждать, а тут танк мешает. Так, есть. Уничтожили, уничтожили, хорошо. Так, давайте сразу подлечимся. Нормально. Так, отдыхай. И, мешают вот эти вот танки здесь. Разбитые, правда, уже. Так, все готов. О, вот этот жирненький. Все, уничтожен. Дальше едем. Здесь какая проблема? Проблема в том, что... Их может быть очень много танков. Вот как сейчас, например. Тихо, тихо, тихо. Готов. И этого мы сейчас щелкнем. Хорошо. Так, тот пускай уезжает. Тихо, тихо, тихо. Есть. Так, ой-ой-ой-ой, да сколько вас много. Тихо, назад нельзя ехать. И назад, и вперед очень тяжело.
Так, подбили мы случайно танк этот. Ладно. О, еще один подбили. Так, вертолетчики. Есть один. Так, и второй. Второй едет. Летит. Летит второй вертолетчик. Мы его здесь сейчас подождем. Он сейчас пойдет на второй круг. Есть. Все, уничтожен. Отправляемся дальше. Так, здесь. Ну, этого я лучше вот так вот щелкну. Хорошо. А, второй босс, ребята, второй босс, Кнут. Как он близко подъехал, я что-то не понял. На, получай, с двух ударов. Так, сразу сейчас подлечимся. Хорошо. Еще можно подлечиться, ну сейчас я подожду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Танки едут. Так, готов. Так, этот стреляет, обстрелял нас немножко. Ладно. Тут проблема, надо с этим вертолетчиком что-то решать. Ё-моё, обстреливают конкретно причем. Давай, подлечимся срочно. О! Так, куда ты? Куда ты бежишь? Вот этого бы щелкнуть бы, а? Давай-давай, подъезжай. Подъезжай поближе, давай, еще немножко. Есть, готов. Уже 500 монет. Ну, мы улучшим, конечно, наш титанчик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. Да ё-моё, не хватило удара. Не знаю, сейчас меня защелкают. О, тут прям вертолеты стреляют, а вертолетом хоть бы что. Ох ты, меня как обстреливают, смотри, а. Давай, давай, тихо, тихо, есть один. Эх, уничтожили нас ребятушки. Давайте вернемся в ангар. Вернемся сейчас в ангар. И... Так, тихо, подожди, атаку в пустыне. Понятно, что вот атаку в пустыне будем брать. Ну, давайте повысим сразу. Так, все, броню улучшили. Хорошо. Так, у нас еще есть вот этот маленький. Так, на него денег не хватает. Ну что ж, отправляемся на большом тогда танке. Дальше. Что мы тут видим? Никого нет. Хорошо. Так, тихо, едет уже один. Мимо. Есть, готов. Так, где же у нас... У нас вертолетчики, кстати, не сразу появляются почему-то. Не всегда, всегда по-разному. Вот, и летит уже один. Так, хорошо, взяли мы его, уничтожили. Танки, ребята. Есть. Ох, сколько вас тут много, оказывается. Я не знал. Я бы так... На пролом, может быть, и не летел бы. Так, ну этого сейчас быстренько щелкнем. Так, тихо. Хватит меня стрелять уже. О, есть попадание. Так, это, ну этот мы поближе подъедем. Смысла отъезжать нету. На гонец ада, да? Не, да, гонец ада летит. Надо бы как-нибудь встать правильно. Вот здесь, например. Сейчас на второй круг он поедет, полетит. Раз. Подъезжаем поближе и второй раз щелкаем. Опа! Да, хватило двух ударов. Ага, давайте сразу подлечимся. О, 100%. Подлечились. Тихо. Не надо прям так стрелять в меня. Кто там еще? А, ну все, сейчас тут будет много танков. Вот есть один. Так, монетки забираем. Мы, кстати, улучшили свой танк. Через одного удара он мочит всех. Но это не точно. Вообще, как бы, силу удара мы прокачали, ребята, с вами. Это очень даже неплохо. Сколько я уже играю в эти танки. Мы не часто титан с вами, так сказать, баловали, да? Не часто мы его баловали улучшениями. Вот, тут прям улучшения прям неплохие такие. Так, вот это он как-нибудь. Вот, все, есть готов. Монеты заберем. Угу. Так, опачки. Смотри, как он мочит. Как хорошо мне нравится. Это я его прокачал, что ли? Так, нормально. Что с одних ударов я их мочу. Вот, ух ты, двоих сразу, прикинь. Так, и тут вертолетчик где-то был, вот он. Летит. Сейчас мы его тоже щелкнем. Если с одного удара, это было бы... Блин. Не успел.
Так, тихо. Давай. Отдыхай. Опа. Отлично, отлично, ребята. Третий босс. Армада. Вот такой босярка. Тихо. А, он вот этими стреляет, большими, мощными. Как легко мы его уничтожили. Прям я нормально танк свой прокачал, оказывается. Прям-таки неплохо. А кто будет здесь? Нет кто-нибудь лететь? Нет, никто не летит. Вон чувак на танке едет. С одного удара я его. Так, а ну-ка, вот этого, подожди, подождем сейчас. Подождем, ребята. Я не знаю даже, в кого стрелять. Хочется и в танк стрельнуть. Ой, этот самый вертолетчик подбить. Отлично. И вот этих ребят, которые здесь прям обнаглевшие такие. Так, а ну-ка, что у нас здесь? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, что же делать? Давай отъедем назад нафиг. Слишком их много здесь. Давай подлечимся сразу. Вот. А ты давай подъезжай, подъезжай сюда, давай. Нет, подъехать он не может. У него не хватает скорости. Мощи не хватает. Давайте щелкаем. Так, а ну-ка, здесь прям очень сложно. Танки и слева, и справа. Офигеть. А, может быть, я вас это... туда подопру. Давайте, давайте, ребята. Давайте, езжайте, езжайте туда. О! На! Ух ты, нифига я. Я же взлетел. Очень-очень нехорошо я здесь стал, ребята. На, получи. Отправляемся дальше. Так, ну здесь, в принципе, не сложно. Но уже здоровья как бы не сильно много у меня. Так, вот этого гада, а? Смотри, что творит. Тут их много очень танков. Очень-очень танков много, ребята. Сейчас кого уничтожу, того уничтожу. Получится или нет? Да, нет, не получилось. Уничтожили меня, к сожалению. А, ну что ж, тоже, я считаю, весьма неплохо мы сегодня сыграли. Монеток заработали. Сейчас мы еще, может быть, танк прокачаем свой новенький. Ну, а звездочек у меня 3 с вами, ребята. Когда будет 10, я всех открою. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до новых встреч. Пока-пока.